Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы для Ленинского района столицы открылся военизированной лыжной гонкой. На лыжню вышли сборные команды из 13 школ Ленинского района. Этими соревнованиями открывается месячник оборонно-массовой спортивной работы. Военизированная лыжная гонка, посвященная 75-летию Великой Отечественной войне. Раз, два, два, три, поехали! Для сборной 24-й школы спорт давно уже стал нормой жизни. Увлечение лыжами – это прежде всего хобби и поддержание своего тела и своего организма в порядке и ведение здорового образа жизни. К гонкам мы готовились месяц, усиленно и старались. Надеемся сегодня победить. Ребятам предстояло пройти непростые рубежи, которые подготовили организаторы. Команды соревновались в быстроте и выносливости на лыжной трассе, меткости в метании гранат. Военизированная лыжная гонка очень похожа на биатлон. Один из этапов – стрельба из пневматического пистолета. Команда 42-й школы подтвердила звание бессменного лидера. Вторыми пришли участники из 4-й гимназии. Замыкая тройку чемпионов – сборная команда 37-й школы. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.